81-54 в пользу «Харцизян». С таким счетом закончилась финальная игра второго республиканского юношеского чемпионата по баскетболу. В заключительном поединке в спортзале ХТТ сошлись БК «Харцизск» и «Ханжонковские львы». Баскетбольный клуб «Харцизск» второй год подряд принимает участие в республиканском юношеском чемпионате. После того, как в прошлом сезоне «Харцизяне» заняли второе место, ребята решили во что бы то ни стало доказать, что достойны золота. И вот, одержав победу в регулярном турнире и переиграв соперников в финале четырех, харцизские баскетболисты стали полноценными чемпионами ДНР. Одна из составляющих успеха, по мнению тренера БК «Харцизск» Артема Брунько, правильная оценка соперника. У нас каждый соперник – это сильно. Мы на каждого соперника настраиваемся отдельно. У нас нет такого, что мы уверены в своей победе. Мы ждем победу, мы уверены в своих силах. У нас нет недооценки соперника. Мы всегда каждого соперника уважаем, но ни в коем образе не боимся. С ханжонковскими львами харцизские баскетболисты хорошо знакомы. В последней игре регулярного чемпионата республики нашей команде удалось обыграть соседей с перевесом в 28 очков. Но на этот раз ханжонковцы решили дать бой и заставили таки понервничать болельщиков с обеих сторон. Впрочем, слаженная игра «Харцизян» в очередной раз позволила укротить грозных львов, причем практически с тем же отрывом в очках к финальной сирене. 81-54 – таков итоговый счет матча. Если бы одного игрока не было, мы бы не одержали победу. У нас в командном виде спорта невозможно выделять одного игрока в целом. У нас только команда. Четыре человека не могут справиться с пятерми. Поэтому только команда. Сегодня команда победила не один конкретный игрок, а только баскетбольный клуб «Харцизск». В церемонии награждения победителей республиканского юношеского чемпионата принял участие президент Федерации баскетбола ДНР Василий Ткачук. Что же касается нашей команды, то почивать на лаврах никто не собирается. В ближайших планах клуба – тренировки и усиление состава новыми талантливыми спортсменами. Остается добавить, что уже завтра на паркете спортзала ХТТ состоится очередное спортивное сражение. На этот раз в рамках взрослого чемпионата ДНР по баскетболу. Встречаются лидер первенства БК «Харцизск» и Донецкий легион. Главный конкурент «Харцизян» в борьбе за золото лиги. Начало игры в 11:30. Болейте за наших и до встречи на канале ТВ-Сфера.